Дорогие друзья, для каждого из вас свадьба – это радостное событие, но только не для новобрачных из племени Тидонг острова Борнео. Для них свадебная церемония становится сущим адом. Новоиспеченным молодоженам в течение 72 часов запрещено ходить в туалет, даже пипи. И чтобы им в голову не пришло нарушить этот запрет, их родственники тщательно следят за ними и дают как можно меньше еды. И считается, что если новобрачные достойно прошли это испытание, то их ждет счастливая, радостная семейная жизнь.